Палящее солнце, море, на пляже много отдыхающих. Именно здесь, на центральном пляже, прошел патруль. Особое внимание волонтеры уделили организованным группам несовершеннолетних детей, которых сопровождающие привезли на отдых. Специалисты управления по делам молодежи, активисты интересуются, в каких здравницах, пансионатах и лагерях остановились дети. Ежедневно в утреннее и дневное время они мониторят пляжи Анапы, следя за санитарным состоянием золотого запаса курорта и наличием групп детей, отдыхающих без присмотра взрослых. В случае обнаружения таковых, задача патруля – выяснить все обстоятельства пребывания детей в Анапе. Также мы проверяем у них документацию на то, чтобы они проживали, приехали, есть ли у них сопровождающие, есть ли у сопровождающих нотариальные доверенности и прочие документы, которые гарантируют то, что дети, отдыхая в Анапе, будут безопасны, то есть что с ними ничего не произойдет. Безопасный детский отдых в Анапе под пристальным вниманием. Во избежание несчастных случаев автобусы с детьми сопровождают сотрудники ГАИ. Сопровождающие привозят ребят сами и расселяют в гостиницы. И часто в места, где нет разрешительной документации на проживание групп несовершеннолетних детей, перевозят ребят на частном транспорте. Как они приехали, как они уедут. И все случаи выявления детей, у которых нет каких-либо документов, мы передаем в администрацию, которые уже выезжают и проверяют. Специалисты управления по делам молодежи, активисты два раза в день патрулируют пляжи в городе и курортных поселках. За два дня выявили 6 делегаций, большая часть – спортсмены из Москвы. Патрулирование пляжных территорий на курорте продолжится до конца курортного сезона.